Привет, друзья! Вы когда-нибудь задумывались, кто крикнул в конце Station 922 МКВА? Только что я сделал видео, где показывал, как примерно выглядел оригинал Station 922 МКВ, и когда я пересматривал эту постановку, я услышал это. Просыпайся, одуванчик. Непонятно, кто этот одуванчик автор. Дочь или жена? Но теперь мы знаем, что эта девушка не видела часть того, что автор. Я раньше думал, что если палочник не улетел на розовом слоне, значит он спускался, так как непонятно зачем кричать, когда ты 44 секунды смотрел на огромного палочника и видел его конечность у своего окна. Значит, есть еще одно доказательство того, что палочник на видео мог подниматься.